Тамара Никифоровна на улице Александровича живет более 60 лет, а дому под номером 12 уже почти 70. По словам женщины, ремонт двора и домов на протяжении всего времени ни разу не проводился. Единственный двор со всего города, неблагоустроенный, ничего, везде провалы, везде все... Грязь одна. Помимо этих проблем, жители волнуют, что их двор постепенно превращается в свалку. 3 недели назад в доме номер 12 по улице Александровича ремонтировали крышу. Работу закончили, а мусор строители за собой не убрали. Ну почему они убирают? Я не понимаю. Каждый, наверное, должен за собой убирать. Сразу убирается это дело-то. Почему вот окна ставят, они за собой сразу убирают мусор? А это что? Кому-то надо? Нам надо, тут дети бегают, тут гвозди, тут все. Пока жители дома 12 по улице Александровича жаловались нам на свои проблемы, во двор прибыл уборочный трактор и грузовая машина. И вот с минуты на минуту они начнут убирать мусор. Мусор убран, а что делать с другими проблемами? Дом практически разваливается, лестница скошена, а поручень заржавел и совсем прогнулся. Как пообещали в центре ЖКХ, в ближайшее время в доме номер 12 по улице Александровича будут выполнены все работы по ремонту здания. Ну, запланировано, ремонт крыльца, там небольшой просто ремонт плиточного покрытия, подступенок, замена поручня и оштукатуривание цоколя. Ремонт цоколя с покраской. Все это будет выполнено до конца августа. А вот благоустройство двора в планах нет, так как, по заверению представителей администрации города, в этом нет смысла. Весь район Александровича включен в программу развития застроенных территорий. Это значит, что в обозримом будущем он полностью изменит свой облик. На месте старых двухэтажек появятся современные дома, рядом с которыми обустроят удобные и функциональные дворовые площадки. А пока обитателям Александровича придется потерпеть. Как долго, покажет время. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.